Вітаю, друзі. Події в Ізраїлі вибухнули, і ці події розірвали інформаційний простір. Те, що відбулося там, це катастрофа, це вбивство людей, це викрадання дітей, жінок. Це не знаходить, ну, взагалі не можна знайти пояснення, як таке може відбуватися в 21-му сторіччі, але відбувалося. І про те, щоб розібратися, що там сталося, які наслідки будуть, і взагалі, як те, що відбулося, сприймають в Ізраїлі, а також як реагують на те в Ізраїлі, як це сприймають, наприклад, в Україні, ми будемо говорити сьогодні з ізраїльським військовим журналістом Сергієм Ауслендером. Сергій, приветствую тебя. Да, привет, Слава. Привет. Привет, друг. Мое соболезнование сразу же. Я хочу сказать, что Израиль... Я знаю, вы переживете это. Вы переживали многие события страшные. Вы переживете. Но часть жизни это не вернет. Скажи мне, как произошло такое событие? Как ты считаешь, главная причина в чем? Потому что многие говорят, что причина в том, что пока правые воевали с левыми, а левые с правыми, террористы воспользовались этой ситуацией. Ну, это одна из причин, да, которая дала врагам Израиля повод думать, что он ослаб. Это первое. Второе, это явная такая, не то чтобы недооценка Хамаса, а скорее такой вот неправильно выбранный приоритет в оценках. То есть оценивали намерения, а оценивать нужно было возможности. И вот, вот эта вот вилка между оценкой намерений и возможностей, она вот привела к такому провалу. Разведка на самом деле говорила об этом. Уже писали много об этом, еще там полгода назад, год назад писали. О том, что следующая война с Хамасом будет развиваться вот по такому сценарию. Массированный ракетный обстрел, а потом под прикрытием этого обстрела, пользуясь хаосом, прорыв через границу и попытка захвата какого-нибудь поселения. Там с заложниками, с убитыми и так далее. Но никто не ожидал, во-первых, такого массированного прорыва и захвата. Там 22 населенных пункта были под их контролем и частичным контролем. То есть они проникли в большие города даже. То есть, да, там отмечено их было появление в Сдероте, вроде в Ашкелоне, но это пока не подтверждается. Максимальная точка от границы с анклавом, куда они добрались, это Офаким. То есть это 35 километров. Если это вот по прямой посмотреть в сторону севера от Газа, 35 километров, это получается северные предместья Ашдода. А еще 35 километров это уже Тель-Авив. То есть вот, ну, буквально, да, сейчас их тоже там отлавливают где-то, там они то тут, то там появятся, еще не всех поймали, не всех убили. Вот, и политическое руководство, оно пребывало в иллюзии, почему вот сейчас такие проводят параллели с войной судного дня. В войне судного дня, в чем была одна из основных ошибок, на мой взгляд, в том, что пребывали вот в плену иллюзии о том, что раз мы так арабов легко уделали в шестидневную войну, то они просто никогда в жизни не решатся повторить. Ну как бы зачем, если мы их так разделали вообще за шесть дней три крупные арабские армии, которые, каждая из которых отдельная превосходила Цахал, да, по своей как бы величине, то как бы что они полезут? И они полезли. Недооценка противника, да, и недооценка его и возможностей, и намерений, там все вместе. Здесь же была такая другая немножко история. Здесь полагали, что Хамас, поскольку он теперь в секторе Газа суверен, он там отвечает за эти 2 миллиона человек, ему нужны деньги, там платить бюджетникам, канализация, водопровод. Электричество, вода. Да. Что он теперь такой домовой комитет, значит, гигантский. Ну, террористы, конечно, но они же вменяемые, рациональные, они же не будут как бы. Тем более, что два последних обострения были против исламского джихада. Ну, это такая совершенно отмороженная группировка, эти иранские прокси, прямые иранские прокси, такой филиал Корпуса Стражи Исламской Революции. И вот мы с ними воевали, и прошла такая политика сегрегации террористов. Вот эти прям совсем плохие парни, мы с ними воюем, а эти вроде как не то, что хорошие, но вот как бы относительно вменяемые, уже не точно ничего такого не выкинут. И вот выкинули, понимаешь, и все. И плюс к этому они довольно грамотно, тут надо отдать им должное, поступили. То есть они когда прорвали границу, они сразу рванули большим количеством малых групп в разных направлениях. И буквально вот растащили силы армейские по большой территории. Вот плюс там есть данные, вроде как поступают о том, что обрушилась связь у военных. Возможно, это была кибератака, мы не знаем пока. И все, это все породило такой хаос, в том числе хаос принятия решений. И все, и дальше, я полагаю, что даже они сами не ожидали такого результата. Но результат, конечно, вот как ты совершенно справедливо сказал, это просто катастрофа натуральная. Такого никогда не было в Израиле. Вот за сутки, уже сейчас, на данный момент, ну, чуть больше суток прошло, как все началось, 500 погибших. И, скорее всего, их будет намного больше.
Вопрос даже не в том, сколько погибли сейчас, а сколько всего жертв, сколько раненых, покалеченных и сколько угнанных в рабство. Потому что фактически, ну, это заложники, которых угнали как рабов, в 21 веке похищали детей, женщин, стариков и потом гордости выставляли это на видео. Кстати, старший представитель Хамаса Усама Хамдан, он сказал, что мы не нападаем на мирных жителей. Ну, конечно же, я так понимаю, что дети – это военные, а женщины – это военные. Немецкая туристка, которая приехала на фестиваль музыки в Сдероте, которую потом возили как куклу убитую и издевались над ее телом, это тоже военная. Тебе ничего не напоминает эти темники? Вот как-то вот ощущение. Я еще ждал, что они скажут, что на одном из видео труп шевелится, как в Буче. Вот я ждал этого момента. А когда я видел... Нет, они сказали, что не мы начинали эту войну. Вот буквально. Вот, пожалуйста, к вопросу о темниках. Понятно, там, чем все это совпадает. Да, вот эти машины вдоль дороги возле Рима, расстрелянные машины с телами внутри. И какая там, не помню, Житомирская, кажется, трасса. Точно Житомирская трасса, я это сам лично видел. Машины, да, расстрелянные, все очень похоже, вот, методы у террористов плюс-минус всегда одинаковые, вот, ты же понимаешь, они же нас за людей не держат, вот, то есть ни я, ни там дети, ни женщины, никто для них, мы не люди, мы для них там хуже, чем враги, там хуже, чем собаки, что как бы с нами церемониться, да, а то, что они говорят, то не имеет значения на самом деле никакого. Вот, имеет Скажем, значение, что сейчас делать дальше. Вот я сейчас слышу отсюда, как гудят самолеты вот, беспрерывные в небе, вот эти инверсионные круги. То есть наши сейчас там газу окучивают активно. Скажи мне, пожалуйста, 50 лет назад была война судного дня. Тогда Голда Мейр проигнорировала предупреждение даже короля Иордании и министров из Египта, которые предупреждали, и разведку тоже проигнорировала о том, что будет нападение. Это стоило ей должности премьер-министра. Она выиграла выборы после войны, но карьера ее закончилась, она была вынуждена идти в отставку, а вместе с ней закончилась карьера и большого количества людей, которые за рубежом считаются героями, а в Израиле к ним отношение неоднозначное из-за того, что поздно была проведена мобилизация, не реагировали на предупреждения разведки, большие потери, тот же самый Моше Даян и остальные. Я правильно понимаю, что Израиль после того, когда закончит проведение операции «Железных мечей», будет проведена работа над ошибками и для кого-то закончится политическая или военная карьера? Ну, если этого не произойдет, то тогда мы по уши в дерьме, я так считаю. Потому что сейчас, чем закончилась война судного дня, это создание комиссии «Граната», которая вот разбирала причины провала начального этапа войны. И там было, в общем, всем сестрам-то по серьгам выдано конкретно. Там полетели головы в генштабе, и Моше Даян, и Голда Мейр, да, у них карьера их закончилась политическая вообще там раз и навсегда. Но более того, там, кстати, были изменены протоколы. Там же была история, когда офицеры разведки, младшие офицеры докладывали о том своему начальству, что подготовка к войне идет, что вот там Советский Союз эвакуирует из Дамаска своих советников, вот там то, вот все, вот давайте что-то с этим делать, а их просто посылали, на них орали, там угрожали увольнением, потому что руководство разведки было в плену все той же иллюзии. Ну как бы, что, кто там с нами будет воевать? Да мы же их вообще тут уделали-то одной левой, буквально там каких-то 6 лет назад, с чего бы им сейчас с нами воевать? Но вот посмотрим, как это все будет развиваться. По идее, да, должна быть создана комиссия, которая должна будет оценить вообще результаты, кто докладывал, кто проигнорировал и так далее. Вот кто, короче говоря, допустил эту ошибку. И ну, будем надеяться, да, что политическая карьера многих деятелей в Израиле позаканчивается уже наконец. Скажи мне, пожалуйста, официально появилась информация о том, что уничтожен Айман Юнис, главарь Хамаса, который находился в своем доме. Его тело достали и подтвердили уничтожение. Это что, самоуверенность такая, что находиться в своем доме? Или он рассчитывал, что именно про этот дом, это один из его домов, спецслужбы Израиля не узнают? Ну, видимо, да. То есть, как было в свое время с... вот... предыдущую операцию, «Дом Исад» она называлась, когда ликвидировали всех главарей исламского джихада. Они же все зашли домой, они должны были ехать в Египет там на какие-то переговоры, разговоры, свою тусовку террористическую. Они зашли домой все на полчаса, только вот чемодан взять. И вот ровно в это окно, значит, Израиль ударил. Сейчас будет то же самое, я полагаю. То есть сейчас все, у нас введен пункт 40 алиф. Мы в состоянии войны. Впервые раз 73-го года, да, впервые за 50 лет мы в состоянии войны находимся буквально. Это не операция, там, не локальные террористические мероприятия, а контртеррористические мероприятия.
это война. А на войне принцип такой, что армия получает свободу действий. Она докладывает политическому руководству о том, что она делает. Не спрашивает разрешения, а докладывает. Мы вот это сделали, мы вот это сделали. Сейчас там вот посмотрим, короче говоря. Сейчас проблема все упирается в заложников. Мы не знаем, сколько их. Вот в 2 часа должны были опубликовать сейчас. Ну, что-то пока не видно. Пока не опубликовали, да. Скажи мне, пожалуйста, заложники – это большая проблема. Я объясню просто зрителям. Хамасовцы – это отморозки. Они могут публично казнить детей, женщин, а их не остановит это. Более того, они это сделают публично, выложат видео, и радующаяся толпа будет ликовать. Но в Израиле это может и в мире привести к шоку. Такие события могут остановить операцию, как ты считаешь? Ну, это проблема сейчас в данный момент. То есть мы в такой вот некоторой вилке, ловушке находимся. С одной стороны, операцию нужно проводить, чтобы их освободить. С другой стороны, операция осложняется наличием заложников. И вот мы вот в раскоряку в такую оказались. Но если сейчас ее не провести, вот что-то прямо сейчас очень сильно зашумело, самолеты гудят. Если сейчас ее не провести, эту операцию, то у нас, ну, как бы, это все будет снова. Фактор сдерживания, все, вот фактор устрашения, мы как бы самая сильная армия Ближнего Востока, да, мощная, он утерян полностью. Все, его нет, мы обнулились в этом отношении. И сейчас нужно восстанавливать уже не фактор сдерживания. Нужно туда пойти и всех убить, вот буквально. Мы говорим о том, чтобы уничтожить полностью Хамас. Хамас должен быть исчезнуть вообще? Ну вот об этом идет речь, да. Вопрос, опять же, нужно при этом понимать, что будет дальше. Не получим ли мы на этой территории потом ИГИЛ, например, вместо Хамаса какой-нибудь, там ИГИЛ 2.0, что-нибудь в этом роде, там еще более отмороженную группировку. Но мы надеялись все тут, ну не мы, а вот политический эшелон надеялся на рациональность Хамаса. Ну зачем им начинать войну, да, мы им сейчас там денег дадим, ну не мы, а Катар там через нас. Мы там сейчас им разрешим еще 2000 рабочих, чтобы заходили из Газа в Израиль, работали. Каждый рабочий там приносил какие-то бешеные деньги в бюджет и так далее. Вот, там включим им свет, воду, и все будет нормально. Но, видимо, им не нужна ни свет, ни вода, ничего. Сейчас вот им отрубили электричество, сейчас говорят о том, давайте разбомбим опреснительные установки, оставим их без воды. Потому что, ну все уже, вот все, красных линий нет больше. Вот как раз вопрос, почему, я хочу, чтобы ты это объяснил нашим зрителям, потому что для них очень многие идеологические моменты непонятны. И когда они слышат, что люди отказываются от нормальной жизни, почему Хамас и Хизбалла не хотят развивать свои государства, не хотят заниматься жизнью людей, палестинцев, а хотят уничтожения Израиля? Почему цель не создание благ для своих, а уничтожение других? Ну, они же фанатики, да, они же абсолютные фанатики такие, вот, их реально ничего не интересует, кроме уничтожения государства Израиль. Вот это их цель. Мне вот прям даже любопытно, есть даже такой фильм, ну, он такой, типа, псевдодокументальный, что будет, если евреи исчезнут, что вот завтра раз, и все евреи из Ближнего Востока испарились, нет больше Израиля. Ну, в смысле, Израиль есть, людей внутри нет. И к чему это приведет? Вот рекомендую, поищите как бы в Ютубе, в поиске он находится, да, что будет, если евреи исчезнут. На русском языке есть тоже. Вот, и вы увидите там. Они через 2 недели друг друга резать начнут, буквально, понимаешь? То есть, вот, что дальше-то делать? Вот мы исчезнем, окей, дальше-то что вы будете делать? Построите тут, значит, Сингапур 2.0? Не построите, ничего не везете. Вы будете как друг друга убивать. Вот поэтому я не знаю, как это объяснить. Как объяснить то, что вот Путин на Украину напал, да, Россия напала на Украину? Все же нормально было-то, вроде бы. Газ в Европу, там деньги, во всех организациях состоишь. Все вообще в шоколаде в полном был. И в итоге вот такое устроил. Как бы тоже все думали, что он рациональный человек, да, он же не будет делать что-то во вред себе. Оказалось, что распрекрасно. Вот точно так же и Хамас. Проблема заключается в том, вот необходимо оговориться, что, возможно, мы не знаем чего-то, то есть это часть большего плана какого-то. То есть вот эта вот операция, она была чем-то, ну, частью какого-то другого плана, большого. Мы не знаем пока. То есть Иран запустил какой-то процесс для того, чтобы Хамас начал и отвлек, допустим, внимание от севера, где может включиться Хизбалла, или, наоборот, какие-то международные разговоры и так далее. Да. То есть ты про это говоришь. Ну да, допустим, сорвать там подписание Саудовской Аравии мира. Сейчас уже под большим вопросом оно находится. Хотя были уже вот буквально в полушаге от него находились.
там, как бы заманить израильскую армию в наземную операцию в сектор Газа, когда она туда втянется, да, нанести удар на севере силами Хизбаллы, ну и так далее. То есть есть масса вариантов, там один хуже другого. Поэтому, может быть, и нет, может быть, действительно, вот потому что вот сегодняшние события говорят о том, что как будто бы план Хамаса-то на этом и закончился. Все вот вроде как бы, все, да, заложников похитили, боевиков там перебили частично, ну, какие-то там еще бегают, надеюсь, их всех найдут, там, поубивают. А что дальше-то? А дальше вроде как, а что, вот не знаем, что дальше. Дальше они уже начинают действовать ситуативно. Ну, там обстреливают приграничные города, поселения там, да, пытаются там инфильтровываться через границу, их там мочат сейчас со страшной силой. Поэтому вот не очень понятно, как бы. Но еще раз говорю, мы, видимо, всего не знаем. Сергей, смотри, ты сказал про Путина, ты вспомнил его, тогда я не могу не спросить. Модель поведения террористов палестинских очень похожа на то, что совершают российские солдаты. Убивали женщин, детей, мародерили. Мы видели видео, как вывозятся велосипеды, матрасы, угоняются трактора, кони. Ну, то есть модель поведения схожа очень. Но что меня удивило, я по своей работе отмониторил российские телеграм-каналы. Те, которые относятся к Z-сетке. Вот они в истерии просто поддерживают Палестину. И даже не о том говорят, что вот эти, которые релокаторы наши, вот сейчас они теперь должны идти в армию и все остальное. Нет. Они именно адресно радуются событиям. И рассказывают, вот где ваша хваленая армия, где ваша то, где все. Отлично, вот надо место показать. А Русич, это одна из самых известных нацистских группировок России, которая воюет в Украине. Да, жаль, что нас там нет, да, типа это такого. Это вообще, да. Меня это высадило. И это они служат в вооруженных силах Российской Федерации. Я не видел пока ни одного заявления со стороны Министерства иностранных дел России, но меня интересует другое. Тебя не удивила вообще вся эта вакханалия и истерия антиеврейская, антиизраильская? И тут же не только антисемитизм играет, тут действительно явно прослеживается государственная политика, потому что синхронно и в одних и тех же высказываниях. Ну нет, совершенно не удивило. А что бы меня должно было удивлять? Меня бы удивило, если бы они там начали сочувствие повально высказывать, и если бы там их Министерство иностранных дел бы выразило сочувствие. Кстати, такого нет. Они все выразили глубокую озабоченность, и нужно обе стороны там призывать к сдержанности, эскалация конфликта дальнейшая грозит последствиями и бла-бла-бла, вот это вот все. Там ни капли ни слова сочувствия. Китай, кстати, то же самое заявление опубликовал примерно. Выражаем озабоченность, нужно там выполнять резолюцию ООН о создании палестинского государства, призываем всех к сдержанности. Какая нахер сдержанность? У нас 500 убитых уже, дети похищенные, женщины и 2000 раненых, из них тяжелых там чуть ли не четверть. И, то есть количество убитых вырастет там, вполне возможно, что дойдет до вообще каких-то сумасшедших значений. Какая тут сдержанность вообще? Да пошли они все в жопу. Вот, просто вот сейчас вопрос не в том, что они там пишут, и хрен бы с ними там, это все уже давно не люди, а не люди какие-то сплошные. Вопрос в том, как мы сейчас на это отреагируем, вот в чем проблема. Ну, что я могу сказать? Кстати, извини, я скажу, что вот нашим властям, вот этим любителям поговорить о том, что мы, значит, тут у нас общие интересы с Россией по безопасности, мы там координируем действия и все такое, вот их надо носом-то потыкать вот это все хорошенечко, чем я сегодня и займусь в эфире своего канала, когда поеду работать. Я надеюсь, что журналисты, особенно журналисты 9 канала, смогут достаточно громко сказать, чтобы это услышали в Кнессете, как минимум. Потому что происходящее должно помочь снять шоры некоторым представителям израильского политикума. А в любом случае, я хочу сказать тебе, чтобы вы держались, вы сильные, вы сможете, вы это переживете. Мое соболезнование всем, кто потерял своих близких, всем, кто пострадал. Терроризм, неважно какой он, украинский, который в Украине или который в Израиле, он в любом случае лечится всегда свинцом и огнем. И огнем. Да. Поэтому вы побеждаете палестинских террористов, мы побеждаем российских террористов. Это единственный вариант к миру в нашем доме. Других вариантов я не вижу. Я надеюсь, что вы сможете минимальными потерями достигнуть максимальных результатов. Все, что я могу сказать. Если тебе что-то еще хочется сказать украинцам, я даю тебе слово. Ну, могу сказать, что я желаю украинцам победы.
писали там тоже, я видел в украинских пабликах, а вот давайте мы тоже выразим озабоченность, а пусть Израиль там поступится территориями и прочее. Там много, короче, мудаков нашлось, которые всякую ерунду там начали писать и откровенно радоваться, если честно. Вот, а бомжи на мопедах, значит, типа опрокинули, значит, крутую израильскую армию. Но слов сочувствия, поддержки, вот, и соболезнований было гораздо больше, да, не говоря уж о том, что ваш президент выступил с такой однозначной совершенно поддержкой моей страны. Вот за это огромное спасибо всем, кто поддерживает. А кто как бы пишет всякую ерунду, да пошли они тоже в одно известное место, вот, меня это совершенно не волнует их мнение. Я вам всем желаю победы тоже, как и нам, кстати. У нас вот, как выяснилось, враг-то общий. Поэтому нам вот побеждать нужно нам своих, вам своих, а дальше там все будет нормально. Так и будет. Спасибо тебе за твое время, за то, что ты смог поговорить. И держитесь, побеждайте. Давайте. Спасибо, спасибо. И вам того же, да. Счастливо, пока. Друзі, це інформація від ізраїльтянина, від військового журналіста, від людини, яка постійно знаходиться в вирі інформації Ізраїля. Але він не тільки знаходиться, він бачить, що відбувається, він бачить, що робиться, і він теж не хотів, щоб все це відбулося. Терористи не запитують вас, що робити. Терористи вас вбивають, тому треба об'єднуватись і знищувати всіх терористів. Єдине, чого бояться терористи, це того, що їх справа буде програна. Так от, справа Кремля і справа Хамаса, вона програшна заздалегідь. Так це і буде. Програють. А наші країни переможуть. І все буде так, як нам треба. До нових зустрічей. Па-па.